Первым делом самолеты. В МАИ состоялся день открытых дверей. Авиационная техника, радиоэлектроника летательных аппаратов, робототехнические системы входят в перечень тем, о которых рассказывают преподаватели вузов будущим абитуриентам. Национальный исследовательский институт предлагает школьникам серьезно подойти к вопросу выбора будущей профессии и заранее начать готовиться к вступительным испытаниям. Мы открыли большую профориентационную программу именно для учеников средних классов. Мы этих ребят приглашаем к себе в кружки, организовываем центры научно-технического творчества в школах. Как рассказывают педагоги, учиться будет непросто. Однако, если удастся стать выпускником, то без работы молодые инженеры не останутся. Практические навыки для работы студенты получают уже во время обучения. То, что мы вот открыли вот этот вот филиал на предприятии НКО имени Лавочкина, это вот позволяет нам проводить направленную практику, начиная с первого курса. Там идет вычислительная практика, ознакомительная, потом идет производственная практика в КБ. Приоритетное направление МАИ – подготовка специалистов авиационной промышленности. На 9 факультетах обучается около 20 тысяч студентов.